Утром в понедельник перестало биться сердце бывшего баскетболиста Александра Акунского. Александру было всего 47. И последние годы он боролся с тяжелым онкологическим заболеванием. Деньги на помощь известному центровому собирали всем миром, но недуг оказался сильнее. Известность Акунский получил благодаря выступлениям за одесскую бипа-моду. В 1998 году Александр помог завоевать одесскому клубу первое чемпионское золото в истории. Затем были игры за киевские команды и коллективы Греции, Литвы, Турции и Хорватии. Александр долгое время был основным игроком сборной Украины по баскетболу, выступал за национальную команду на трех чемпионатах Европы.